праздник к нам приходит. До Дня Республики неделя. Отмечать начнем с 23 июня. Оставшиеся вопросы обсудили на последнем оргкомитете. Тема круглых столов 10-го Чебоксарского экономического форума расписана. Номера участников фестиваля «Родники России» отрепетированы. Заряды для фестиваля фейерверков подготовлены. Все по плану. Однако последнее заседание оргкомитета вскрыло ряд вопросов. В основном финансовых. Их нужно будет решить в первую очередь. У организаторов еще неделя. А вот у подрядчиков, которые должны сдать ко Дню Республики ряд объектов, столько времени нет. Так уже на 20 июня запланировано открытие набережной в Чебоксарах после реконструкции. В этот же день должны открыть садик в микрорайоне Садовый. 21 июня планировалось открыть и движение по новой части Московского моста. Однако это произойдет торжественно 24 числа. Как и обещали подрядчики, и мы к Дню Республики, мы готовы открыть движение 24 числа. У них сегодня ночью проходит еще часть оборудования, после чего они имеют право получить ввод. Разрешение. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика.